Сегодня мы в городе Санкт-Петербург на легендарном прохвате с Романом Курбатовым. Это закрытая тусовка, здесь немного народу. Будет жесткий маршрут. Я буду на тестовом GRX. Рома будет на своем GR8300. Выглядит, конечно, он бомбически. Ну, а чтобы не забывать, что это за питбайк, я вам напомню. Это GRX на колесах 1916. Длиннобазный, с удлиненным маятником. Здесь 140-ка с электростартером. Карбюратор Nibe PE24. Фильтр-бокс, высокий, 28-й руль. Рычаги все как мы любим, не ломайте. Короткоходка Nibe, грипсы Nibe, светодиодная фара. Счетчик моточасов, на который во время езды смотреть, конечно же, не нужно. Алюминиевые 16 и 19 колеса, обода Unison, усиленные колодки. Ну, естественно, спереди и сзади двухпоршневые суппорта, чтобы ты мог остановиться в любой ситуации. Все это еще приправлено пауэрбомбом. Кстати, очень энергоемкой подвеской, поэтому, честно, мне питбайк этот очень-очень заходит. Я думаю, что это будет отличным вариантом для тех, кто думает, а не взять ли мне какую-нибудь недорогую воздушку до 120 тысяч. Поэтому это будет бомба. А, точно, абсолютно лучше заснять, когда мы стартуем. Однозначно. И потом давайте дам точку, где мы будем проезжать, чтобы вы подъехали туда, и там как раз увидите, как мы через дорогу переваливаем. И мы потом будем спускаться вниз по газотрассе, прям вниз, и оттуда тоже можно встать и круто полететь на коптере прям за нами, пока мы не исчезнем. Вообще. Всем, кому нужна энергия, монструозная и дикая. Чтобы не бояться, чтобы прям перло. Домой приехать чистым и не уставшим. То есть грязным должен быть я. Больше значит полтора года не катался. И так не особо издохло. Но сейчас прям совсем подсунуться. Ромка, спасибо. Теперь загрузи руль, отпускаешь переставочку. Поселочная дорога.
Сейчас поедем в лес, где... Ну, просто лес, вот просто чаще. Вот как там вот так, просто чаще. А, соответственно, каждый сам выбирает себе маршрут. И заодно очень интересно смотреть, как люди ориентируются вообще в пространстве. Потому что когда вокруг тебя поваленные бревна, растут кругом кусты, там сложно прометь себе траекторию, потому что там нет тропинок. Вот, ну, нету тропинок. Хочешь, а ее там нет. В общем, в целом, как бы, ну, реально очень круто, и я советую каждому, даже если ты реально в Москве, и Рома делает прохват, а почему-то он не приезжает к нам, хотя я думаю, что после этой, вот этой движухи мы реально будем делать прохваты чаще, то есть смысл заморочиться и приехать в Питер на прохват и просто кайфануть от души, загрузить потом, опять же, все это в тачку, на прицеп или похер как, и поехать домой, потому что реально эмоции просто меня зашкаливают. Все ребята ехали на эндуриках, и вот только нас двое были на питбайке, я на GRX. Вот как раз проезжает Basic Rolling Moto Edition. Я, в общем-то, себя на этом пяти чувствовал комфортно. Я не могу сказать, что я устал. Проехали мы 5 или 6 где-то часов. Все окей, по посадке все клево. Естественно, да, я, ну, признаюсь, я большинство времени ехал сидя, потому что я ленивый. Вот, и мне, в принципе, достаточно комфортно. Единственный момент, да, я хотел бы только немножко, конечно, чуть его помощнее бы сделать. Я бы все-таки, наверное, взял его на 150-м двигателе. И, в общем-то, покатался более бодро. А так, питбайк зачет, прошел все испытания, и даже я. Поэтому, на удивление, это и питбайк, и я, которые смогли проехать прохват с Романом Курбатовым. Ром, кстати, ехал на своем ГР-8 300-ке. Вон он,